It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Артём, вот я никак понять не могу, на чём ты зарабатываешь? Ну как на чём? На рекламе. Например, если я скажу, что Пепси теперь со вкусом Wild Cherry, да ещё и без калорий, мне за это заплатят. То есть, если я скажу, что Apple Watch крутые и классные часы, то мне за это заплатят? Нет, бабуль, так не делается. Ты должна по-настоящему любить тот продукт, который ты рекламируешь. Например, как я люблю чипсы Lay's. Они ведь идеально подойдут для просмотра футбольного матча вместе с твоими друзьями. Вот так вот. А если есть чипсы, то лучше всего запастись холодненькой Балтикой безалкогольной, которая охладит пыл во время просмотра футбольного матча на сверхтонком экране iPhone 10. iPhone 10 это быстро, удобно, надежно, особенно если к нему подключить не тариф, а тарифище от МТС, который позволяет общаться со своими друзьями, даже когда вы путешествуете вместе с Лагуной Тревел. Нет, бабуль, тебе пока рано. Дождись хотя бы 100 тысяч подписчиков. И тогда ты сможешь рекламировать Альфа-банк. Охренеть, меня бабушка ведет в какой-то супер-вип-бар? Куда? Это со мной. Это мой внук. Угости его. У меня какой-нибудь классный коктейль, например, мохито. Есть только хихито. А с чем он? С коноплей. А чё, так можно? Ну конечно, это же супер вип андеграунд бар. Сделаю тебе коктейль от заведения. Не, как обычно. По лайту. Что-то твое по лайту совсем не по лайту. Тебе не будет плохо? Мне будет офигенно. Бабуль, с тобой все хорошо? Я же говорила, что мне будет офигенно хорошо. Дорогой, ты помнишь, какой сегодня день? День, когда мы познакомились? Нет. Один год наших отношений? Нет. День, когда ты познакомилась со своей матерью? Нет! Сегодня первый день, когда ты снял носки во время секса. Разве сложно, что ли, запомнить? Боже. Зайчик, давай сделаем фотографию на Инстаграм. Улыбнись, пожалуйста. Да не так. Улыбнись нормально, как пожалуйста. Да не надо, видишь, с открытым ртом вот так улыбаться. Ты можешь нормально сделать фотографию. Это же мой Инстаграм, блин. Братан, поехали бухать. Шлюхи ждут. Время-то не резиновое. Может, домой поедем? Плясать на танцполе, диджей секси яркий. Будет весело и буду я накурим. Я тебя люблю. Нет, я тебя люблю сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я! Цвет настроения черный. Привет. Привет. А, Глазунов, а я что-то не поняла, это что такое? Блин, что ей сказать? Если я скажу правду, она не поверит. Капец, как скучно. Может, как обычно? А, давай. Блин. Это Артём. Артём? А? What? Привет, ребят! О, привет, привет. Артём! Андрюх, может, пошалим, как вчера, ну ты помнишь, вот это всё. Oh, shit! Oh, shit! Гей-юги, блин! Я правильно понимаю, что ты сейчас один? Чего? Нет! Фу! Фу! Вот это тачка, бабуль! На такой бы в центр ехать, чтобы все охренели! Да не вопрос, погнали! Ну чё, тормози! Что-то не так? В такую тачку надо садиться только в замедленной съемке и только в очках. Пристегиваться для лохов. Погнали! Покажем, кто тут мамочка на районе. Только поедем под мою любимую песню. Только не это! Поздно! Нет! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Простите, пожалуйста, а можно с вами познакомиться?
Женщина, вашей матери зять не нужен? Я вкусно готовлю. Блин, бабуль, почему со мной никто из девушек не хочет знакомиться? Я тебя сейчас всем научу. Девчонки любят, когда у парня есть страсть. Ну давай, покажи мне страсть. Да, это скорее несварение, чем страсть. Ладно. Видишь там ту девчонку? Просто подойди и попроси телефончик. А дадите номерок? Бабуль, получилось! Она дала мне телефон, и мы идем с ней на свидание. И чего ты ждешь? Иди, готовься! Вы же понимаете, что сходить на свидание будет стоить намного дороже. С вами приятно иметь дело. Только натуральные продукты к завтраку. Все строго по списку. Паста есть, порошок есть, мыло есть. Какая классная щетка. В списке нет, а значит не надо. Возьмите, пожалуйста. Хорошее резюме не пожалеете. Ценный сотрудник. Здравствуйте, у вас явно есть бизнес, а я еще работаю. Я бы мог бы... Вы не пожалеете! Я очень коммуникабельный, у меня есть опыт работы! Стой, а кем твой отец работает? У него своя строительная компания. Отлично, передай это своему отцу, пожалуйста. Ну что, возьмешь меня на работу? Ты нормальный вообще? Я просто водитель. Прикинь нашу работу на СССР всего за пару дней. Алло, какая компания? Спасибо, что позвонили, но я уже нашел работу. Снова мест нету. Ага, сейчас посмотрю. Скоро буду. Да лучше бы на метро поехал. О, снова. Минус 500 тысяч. Ничего, новый куплю. Damn, baby, yo, stand out and pump. That's outstanding. Stand outside until your man come. Or you can leave with the kid, we could plan some. You know I came from the dirt like a sandstorm. Expect them ass cheeks open, make that pussy crack a smile. Like your legs around that nigga, make him give your ass a child. With some neck, give me a check. Piss so good, make it... Прости, мне нужно идти, давай, пока. Ты чё, забыл? Давай нашу корону. I need a dollar, 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 that's what I need. Давай, бро, вечером наберу. Окей. Ты мой лучший бро, знает. Ой, бро. Кстати, братья! Бро! Ну мы же...